А русский, что такое? Я памятник себе воздвиг, нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. У нас есть наша общая идентичность, общие ценности, идеалы. И у нас есть общая цель, которую мы провозглашаем девизом из 14 слов. Мы должны сохранить нашу русскую землю ради нашего будущего и будущего наших русских детей. А русский, что такое? Наша главная задача – это сохранить нашу русскую землю для нашего будущего и будущего наших детей. Поэтому сегодня мы призываем лидеров русских национальных организаций, правых патриотов, националистов, наших соратников и всех русских людей к сплочению и единству. Никакие идейные противоречия, никакие личные амбиции, никакие антипатии не стоят главного нашего единства. А русские, что такое? Мы хотим, чтобы русская земля оставалась русской, чтобы мы имели возможность жить и рожать детей на этой земле. И для этого мы будем объединяться, для этого мы будем выдвигать свои требования и участвовать в политической и общественной жизни. А русский, что такое? Есть вот любители русских мудрствований, что называется. Дайте нам определение, что такое русский. Вот русские такие не русские, потому что никак не могут быть такого мудрственного. Дать обдуманное определение, кто такие русские. Вы можете дать определение, что такое небо? Наверное, определение, что такое небо. Я очень рад за всех мудрецов, которые могут дать что такое определение мира. Слава тебе, Господи, небо существует независимо от этих мудрецов. А русские, что такое? Так и русские. Русские существуют, это факт. Нас в России 80%, это факт. Мы являемся крупнейшей разделенной нацией в мире. Каждый четвертый русский живет за пределами России и не имеет гражданства. Это факт. У нас есть свои национальные интересы. Это факт. Нам для того, чтобы понять, что мы русские, не требуется определение этих самых мудрецов. Я прошу вас остановить полемику, потому что ваши 5 минут слова закончились. Спасибо. Вы меня подобрали, как у нас не дискуссия, у нас вопрос. Я прошу все-таки, да, не задавать. Уважаемые участников пресс-конференции, я вам отвечу. Русский – это по крови, по языку, по духу. По какой крови? По крови, Господа, прекратите дискуссию, где пресс-конференция сидят за табличками людей. Русский рот. Ты задаешь вопрос людям, вроде меняют. А русские, что такое? Не одна сегодня сила, да, все пытаются как бы заигрывать, но все боятся сказать, называть вечно имена, потому что так или иначе они связаны там политически, финансово, да. И вы тоже боитесь. Я попросил бы, да, не встревать, не комментировать, да, и не перебивать. Так вот. И вот сегодня, конечно, мы опираемся на этих людей. Потому что каждый человек, который сегодня приходит на русский марш, он так или иначе, помимо национальной проблематики, помимо... Не надо. Заберусь, говорю. Бомжи больше не пускайте. Ну это о чем мы говорим? У нас ни одно заседание, ни одно собрание не происходит без... Не надо мне провокатора записывать. Нет, ни в коем случае. Он индивидуализм в вашем контексте висит. Так вот. А русский, что такое? К сожалению, мы же в общественной сфере находимся. Здесь очень много людей с девиантным поведением. Они хотят самореализоваться. Вот, например, ну, извините, что так получилось, потому что изолировал персонажа, который хотел каким-то образом привлечь к себе внимание. Этих людей, к сожалению, очень много. Они выбирают различные темы,
и стараются сказать, что они самые правильные. Русский марш это не является самоцелью для русских националистов. Наша конечная цель это Россия, русскую власть, Россия, русский порядок. Поэтому через легитимные процедуры выборов или каким-то другим образом, как будет складываться обстановка у нас в России, мы будем стараться прийти к власти. Чем хорошо это время наше современное, что никому не удается долго прятать своего лица, ни человеческого, ни политического. Поэтому история сейчас сжимается, время сжимается, сверхконцентрировано, и мы быстро наблюдаем, кто есть кто. А русские, что такое? Нас боятся как самую мощную, как самую внятную политическую силу, которая очень точно, очень правильно ставила и продолжает ставить вопросы сегодняшнего дня, насущные, органичные, естественно, для большинства граждан, которые населяют нашу страну. Вот здесь прозвучало очень правильно, что эта дата восходится прежде всего к Казанской иконе Божьей Матери. Есть русская поговорка, что казанскую птичку не несет, и девка косы не плетет. Настоящим русским маршем было бы, если бы все те, кто вышли на митинг, пошли в этот день хотя бы в храм. И вот я бы хотел здесь, чтобы готовить какое-то церковное, соборное измерение этому собранию, прочесть молитву Богородицы, потому что честь ее праздник в первую очередь. Казанская была до освобождения. Богородица Дева, радуйся благодатная Мария, Господь с тобой, благословен от женах и благословен от чрева твоего, как спас и родилась и души наши. А русские, что такое?